Ситуация на дорогах автономии немного осложнилась из-за прошедшего за последние сутки снегопада. Вся спецтехника дорожных служб Камрадского и Чадрулунского района выведена на расчистку дорог. Из-за ветра дорожное полотно на некоторых участках сужается. Такая ситуация наблюдалась со стороны Чемишли в сторону автономии. Для обеспечения безопасности на таких участках сотрудники полиции самостоятельно регулируют движение, поочередно пропуская потоки автомобилей. В Чадрулунском районе заблокированных населенных пунктов нет, сообщили в администрации Чадрулунского района. Однако съезды с трасс национального значения в сторону некоторых населенных пунктов заметает снегом, образуя сугробы. На некоторых сложных участках, на которых, скажем так, без снегопада есть проблемы, это участки перекресток Джалта и перекрестка Гайдары, вернее, территория между ними, участок между этими перекрестками традиционно заносит снегом, даже если нет осадков. Там сейчас расчищается и уширяется дорога. Направление Твардица также работает, несколько единиц техники, проводятся работы по расширению дорожного полотна. Ну, надеюсь, что все эти работы будут закончены к вечеру пятницы, с тем, чтобы на выходные был свободный проезд, если, конечно же, не будет снегопада. По полученной нами информации, к полудню на участке дороги в направлении села Твардица образовалась пробка приблизительно из 40 автомобилей. Причиной затора стал многотонный большегрузный автомобиль, который загородил проезжую часть. Чтобы обеспечить движение скопившегося автотранспорта, было принято решение расчистить проезд в обход грузовика. На данный момент движение на этом участке дороги восстановлено. УВД Гагаузии просит граждан выезжать на своих автомобилях лишь в исключительных случаях и только на транспорте, оборудованном зимней резиной. Несоблюдение рекомендаций профильных служб повышает опасность на проезжей части и парализует работу дорожной техники, как следствие образуются заторы.